Сегодня для того, чтобы найти достойную работу и достичь успеха в карьере, недостаточно просто иметь высшее образование. Современный рынок труда ценит специалистов, которые обладают высоким уровнем знаний иностранных языков. Сегодня век глобализации, интернационализации и так далее, а не знать иностранного языка – это, извините, уже невозможно. Почему? Потому что необходим иностранный язык, необходим для общения, для понимания того, что происходит в мире. И успех часто не только организации, но и каждого отдельного человека зависит от того, знает он или не знает язык своего партнера. Да и не обязательно партнера, а вообще уж английский язык, например, как язык международный сегодня, нужно знать обязательно. И поэтому изучение иностранного языка, а язык – это средство, важнейшее средство общения, сегодня обязательно. Центр изучения иностранных языков Восточного института школы региональных и международных исследований ДВФУ имеет статус учреждения дополнительного профессионального образования. Наш центр, согласно лицензии, осуществляет повышение квалификации, профессиональную переподготовку специалистов, имеющих высшее или среднее профессиональное образование в области иностранных языков. И, конечно, любой наш выпускник университета, неважно кто он, лингвист, филолог, экономист, юрист, строитель, электрик, математик, должен обладать, это очень важной общекультурной компетенцией, иноязычной компетенцией, как мы сейчас говорим, владение английским языком. Прежде всего, мы имеем в виду здесь коммуникативную компетенцию, вашу возможность говорить и общаться, уметь донести свою мысль, в том числе и профессиональную мысль на английском языке. Я думаю, мне в будущем это очень понадобится для карьеры. И вообще, в принципе, я люблю путешествовать, люблю изучать языки. Мне кажется, что это очень развивает и творчески, и помогает находить язык общий с разными людьми. И, конечно, для карьеры это может быть очень полезно в будущем, потому что отрасль, в которой я собираюсь работать, она интернациональная, и обязательно придется общаться с людьми из разных стран. Центр изучения иностранных языков в нашем университете существует уже 20 лет. То есть очень большой опыт по преподаванию иностранных языков, причем разных, и западных, и восточных. И связано это с тем, что некоторым требуется изучение нового языка иностранного. Другим людям просто необходимо улучшить знания, узнать какую-то лексику, связанную со спецификой работы и так далее. Поэтому и курсы-то по изучению иностранных языков у нас и разные по длительности, и разная цель у них, и все зависит от того, что нужно человеку, какова его цель в изучении того или иного иностранного языка. Например, к нам обращаются очень часто ребята, которые учатся в школе экономики и менеджмента, и хотели бы получить специальность, профессию экономиста, и одновременно с этим получить хорошее образование в китайском языке, которое даст им в дальнейшем возможность организовать бизнес или работать на каком-то совместном предприятии, или даже просто работать за рубежом в Китае, имея хорошее базовое образование бакалавра в области экономики и диплом переводчика китайского языка. То есть вот такой набор компетенций, который мы даем, с одной стороны профессиональной компетенции, с другой стороны общекультурной компетенции, он дает возможность нашим выпускникам быть более востребованными. Поэтому мы пошли навстречу пожеланиям наших студентов и разработали с нашими коллегами Восточного института Школы региональных и международных исследований такие программы. Сегодня конкретно определенные специальности учат в программах дополнительного образования, которые могут быть очень длинными, тогда человек получает диплом, или более короткими, и тогда человек получает удостоверение или сертификат. Это нисколько не умаляет качество высшего общего образования и нисколько не возвышает программы дополнительного образования. Они становятся как мозаика одного пазла, взаимодополняющими.
также, что особенно важно, вы получаете уникальную возможность взаимодействия с высококвалифицированными преподавателями, носителями языка. А это и есть гарантия качества образования. Да, конечно, практика очень-очень важна, потому что теории можно найти сколько угодно, но если ее не закреплять, ничего не получится. Сегодня жизнь настолько мобильна, что вчера вы можете быть переводчиком, а завтра вам нужно будет быть преподавателем. Программы, которые сегодня существуют в большом количестве, очень интересные, очень качественные, позволяют вам следовать по мобильному курсу жизни. Кроме того, посещение курсов заканчивается выдачей определенным сертификатом. То есть можно получить дополнительную квалификацию. Например, переводчик в сфере бизнеса, в сфере финансов, юридического дела и да даже востоковедения. Поэтому вот эти курсы привлекают очень много народа. И студентов, и работников совершенно разных предприятий, организаций. И мы готовы предложить программы, которые устраивают персонально того или иного клиента, пришедшего в этот центр.